В этом видео я проснулся в странном месте и обнаружил, что стал Элэем. Главная проблема в том, что меня никто не понимает. Но я получил невероятную способность размножать предметы. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Ну а мы начинаем. Доброе утро, Фласка! Не понял? Это что за тюрьма тут какая-то? И где моя рука вообще? Чего, блин? Я стал каким-то очень странным существом. Что это, что такое? Блин, я о таком, кстати, читал. Его, по-моему, Элэй зовут. Че ты, это максимально странно. И как мне отсюда выбираться? Так, ёшкин ты кот, шо где-то в этом доме ничего нету. Мне нужно найти что-нибудь, изумрудики. Точно, изумруды. Найди изумруды и поторгуй жизнь. Что за звуки? Фласка, иди сюда, быстрее открой меня. Я стал каким-то существом. Откуда эти звуки? Отсюда, что ли? Фласка, да посмотри, тут решетка, я здесь. Погодите, где это, что ты ослышал? О! Это что за штуковина, приколюшная штуковина, привет! Открой меня, Фласка, пожалуйста, это я, Скрэч. Она такая приколюшная, она какие-то звуки издает прикольные. Привет, а ты добрый? Какие звуки, я с тобой разговариваю, ты меня понимаешь? Короче, ты немой, да? Я тоже когда-то была немой, а потом мне исполнилось 6, и я научилась говорить привет. Я умею говорить, открой мне, пожалуйста, ты меня понимаешь? Так, ну-ка, вроде бы эта штуковина должна быть доброй, хотя... С другой стороны, если она в этой штуковине, то, по идее, оно злое. Ну-ка. Да не злое я! Да блин, Фласка, открой, это уже не смешно. Я знаю, что ты меня слышишь. Ну-ка, давайте протестим ее логику. Она сможет понять, что нужно это сломать. Ну-ка. Ой, господи, вот Фласка, я вообще в шоке. Умная! Фласка, это я, ты меня понимаешь? Блин, она меня, походу, не слышит. И как мне с этим быть? Я ей скину доску, может, она поймет, что все нормально. Ты мне доску скинул! А я тебе дам печать, может, ты кушать хочешь? О, кстати, ребят, я знаю, что у Элэев есть способность размножать предметы. О! На. О, печенюха! Откуда ты столько печенек? У меня столько печенек. А как ты это сделал? Я умею размножать предметы. Вот, видишь, бесконечные печеньки. Ничего себе, погоди, у тебя их типа в инвентаре много, погоди. А вот с этим что-нибудь сделаем. Ладно, давайте ее тоже размножим, скинем, может она поймет? А, ты мне ее просто вернул? О, у тебя тоже есть кирка. Откуда у тебя кирка? Блин, я не могу объяснить. Может мне... О, кстати! Можно, в принципе, сделать табличку и разговаривать с ней? Так, ладно. Ладненько, мой маленький милый друг, ты просто... А ты умеешь кивать? Да, умею. Нет, что ты не киваешь. Походу, у тебя атрофированы все мышцы, да? Нет. Ты что, умеешь двигать? Погоди, то есть ты меня понимаешь? Да, ой, я буду летать вверх-вниз. Приколюха я. И, ребята, я устанавливаю новый контакт с неземной... С неземным существом. А ты... А, ты что, агрессивный, что ли? Нет, я случайно, нет. А ты это, ты отсюда? Нет. Чего молчишь? Да нет же, говорю, нет. Ты инопришелец, верно? Нет, я новый моб, блин, придется... Так. Ну, в принципе, мне, если честно, все равно. Я тебя все равно не знаю, мне самое главное найти изумруды. Ты, случайно, не знаешь, где тут изумруды можно найти? Я знаю, где изумруды. Веди меня, показывай. Так, мне сюда, я иду за тобой. Господи, я такое милое существо, и, в принципе, я могу помочь и размножить ей изумруды. Но как я вообще этой штукой стал? Ой-ой-ой, нет, назад! О, май гэш, о май гэш. О, крипи. Блин, надо как-то ей объяснить, что я хочу помочь ей, и мне нужен топор, чтобы сражаться. Приколюха, ты посмотри, здесь есть голова стопудняк, внутри у него есть мозги, которые можем съесть. Я люблю мозги. А, ты что меня бьешь? Пошли за мной, блин, мы же за изумрудами пошли. Ты что, хочешь, чтобы я шла за тобой? Да. Вот, она понимает, что это, наверное, да. Такой милый, я не могу. Господи, так, нужно искать поборников, а они вроде как обитают на втором этаже. Ёшкин ты кот, там всякие скелеты за мной гонятся, ё-моё, давай, веди только туда, где нету всяких злых мобов. Пошли, где-то здесь должны быть поборники. А где твои эти штуковины, изумруды? О, откуда у тебя еще одна кирка, ты как это сделал? Ты как это сделал? Я могу просто размножать, ай, она не понимает, нужен топор мне. Погоди, а как ты это сделал, ты что, типа читер? Нет. Чё ты крутишься вокруг своей оси? Ты хочешь потанцевать? Ля-ля-ля-ля. Да это значит... Спою. Ай, господи. А чё ты меня бьёшь? Чё ты бьёшь меня? Кто меня бьёт? Это чё? Где? Я сейчас разберусь с вами, чертилы. О! Я надеюсь, с него выпадет изумруд. Ты видел, малой, что тут выпало с него? Эта трешня, с него выпал изумрудик. Знаешь, зачем они нужны? Дай мне, да знаю, конечно, я Скрэч, господи, Фласка. Короче, объясняю, так как ты маленький невинный моб, который не с этой планеты, я тебе объясню, мы можем. Так, я нашел золотые яблочки, сейчас подарочки ей буду давать. О, яблоки, это хрень. Откуда у тебя столько яблок? Ты что не сказал, что...
что ты яблочный миллионер. Я нашел. Ай, блин, она все равно не поймет. Так, нужно как-то топор у нее отжать или что-то по типу этого. Так, мне нужно разобраться с этими чертами, но я туда, если честно, не хочу спускаться. Так, ладненько. Малой, это ты где? Ты где? Привет. А ты случайно не знаешь, где тут есть поблизости деревни? Я хочу эту изумруд купить. Да, сейчас мне нужно. Ребят, ладно, давайте так уж и быть, сделаем себе табличку и напишем. Ты что делаешь? Тебе помочь сломать? На, держи топорик, ломай. О, она дала топорик, слава богу. Давайте его размножим и отдадим мне один. Откуда у тебя что, был топор? А зачем туда я тебе давала топор? Ты что, прикалываешься? Стой, стой. Зачем я... У тебя было два топора! Она не может догадаться, что ли, что я размножаю топоры? Откуда? Такое ощущение, будто ты их копируешь. Ты да, чё, да, 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 я их копирую. Да, ты читер? Вау, вот это приколюха. А можешь размножить не мои изумруды? Вау, наконец-то она догадалась, господи, давай. Давай, давай, я буду купаться в изумрудах. Господи, у нее жиза. Так, дайте я сделаю табличку, чтобы я хотя бы мог с ней коммуницировать более-менее нормально. Слушай, а ты случаем не знаешь, почему из изумруда у меня не крафтится изумрудная броня? Не, точно, глупышка. Так, ладно, я делаю, значит, табличку. Делаю. Не знаешь? Нет, ну, не ладно. Знаю. Так, давайте я сделаю, подюпаю немножечко таблички и напишу. Я Элэй. Так, готово. О, что ты написал? Прикинь, откуда здесь табличка появилась? Ты что ли поставил? Да. Ничего себе, ты писать умеешь, ты что? Умеешь писать? Моя способность размножать предметы, во! Моя способность размножать предметы. О, что, серьезно? А, ну это ты сказал. Ты же сказал, что ты читер. Я уж понял, что ты читер, умеешь... Откуда ты это взял? Я нашел в сундуке, блин. Так, ладно. Надо ей написать, что пошли, покажу деревню. Во! Ну-ка, что там написал? Ты что, меня просто драться хочешь? Давай драться, я тебя найду! И спаси меня, стану! Так, ладно, ты что-то написал там. Ну-ка, погоди-ка. Пойдем, покажи мне деревню. Я только за. У меня куча изумрудов. На, забирай свои таблички. Куча изумрудов. И я хочу поторговать с этими. Куда нам? Сюда? Да, погоди, а надо верстак забрать. Как-то я без верстака пойду. Не-не-не, это не делает, не делает. Так, я иду. Ладно, сейчас я попытаюсь как-нибудь довести ее до деревни. И тогда... Так, давай продолжим. Ребят, вы не представляете, какая фласка медленная. Это просто капец. О, ты мне изумрудики даешь? Спасибо. Она забыла, что ли, что я... Ладно, ладно, ничего необычного. А чё ты мне не говорил, что ты этот, миллионерновый изумрудный Макдак? Господи, как классно, что у этого моба есть просто-напросто способность удваивать все, что у тебя есть. Так, я хочу найти... О, печенюхи! Ой, ты мне их дал, чтобы я тебе отдавала? Давай, ты хочешь, чтобы я тебе построила дорожку из них? Господи, я не издеваюсь, что ли, фласка? Ладно, я просто не хочу раньше времени говорить, что я это я. Пусть помучается. О, смотри, здесь можно купить у него хлебушек. Смотри, это тебе. Любишь хлеб? На, держи. О, хлебушек. Сейчас давайте его тоже размножим. Мы же все умеем размножать. Так. И, ну вот, и отдадим фласке. О, я тоже купил у него хлеб. Ой, куда так? Ну, только что, у меня есть инвентарь забит. Ёшкин такой, ты что творишь? О, слушай, а ты это умеешь пахать грядки? Нет, не умею, нет. Давай тебя научим. Давай, смотри, как это делается. Опачки, повторяй за мной. Давай. Что вы хотите, я не понимаю. Давай, пали, давай. У тебя хорошо выходит, давай. А, нужно размножить, наверное, потому что я размножил и все посадил. Ты что сделал? Я не понял вообще. Ладно, короче, я понял, это не твое. Ты, наверное, прирожденный шахтер. Пойдем в шахту. Нет, я не шахтер. Ты повернулся на голема, ты хочешь с ним разобраться? На, держи топор, разбирайся. Ай, меня просто пытаются эксплуатировать, походу. Ладно, забираю, у меня есть топор. Давайте одолеем для нее голема, может, ей так легче станет. А мы с тобой прекрасная банда. Ты летаешь, он достать не может, а я его в спину бью. Прикольно, да? Господи. О, железо можно размножить. Мне выпало железо. Так, ровно 5 штук, это мне хватит на шлем. Где у меня верстак? Нет, блин, я ее не могу бить. А, все, печенькой могу бить. Чего ты меня бьешь? Я хочу сделать шлем. Ты хочешь шлем? Ладно, на, делай шлем. О, так, сейчас сделаем железочко. Тык-тык-тык-тык-тык. Ой, я думаю, столько их хватит. Шлем. У тебя все это время был стак железа, а ты мне его не дал. Ну, конечно же, ради, но... Господи, я не могу. Ладно, давайте. О, я знаю, что принести фласочке. Она любит вот эту штуку. И вообще, можно динамит для нее размножить. Она же динамит любит. Ты мне принес маг. Это так мило. Зачем маг? Так, я хочу размножить. Может, она поймет, если я ей намекну морковками, что я скрэч? Хотя, тык-тык-тык-тык-тык. А? О, ты мне морковку дал. Спасибо, но у меня есть. И вообще, я не люблю морковку. Ее любит скрэчик, а... А скрэчика, кстати, нет, странно. А где? Действительно, где он? Без него пройду Майнкрафт. Ня-ня-ня, с тобой мы будем лучшие друзья на свете. Только скрэчику не говори, ладно, то он обидится. Так, ладно. Давайте ей скажем, что нужно найти пустынную пирамиду. Так, и для нее будет сюрприз. Смотри.
Это тебе. Ты как маг. Спасибо! А почему ты спрашиваешь, почему? Вот Скретч говорит, почему? Спроси, почему? Почему? Все понятно. Давай. Пошли найдем пустынную пирамиду. Так, ну и что тут ничего нет? Ты будешь писать или не будешь? Да, с другой стороны! А что? О, с другой стороны, пошли найдем пустынную пирамиду. Ты неправильно написал. Пустынную надо написать. Ладненько, пойдем найдем. А зачем, кстати, тебе пирамида? Я не понял. Ай, пошли, потом узнаешь. А, ты что, ты бьешь меня? Ты маленький агрессивный лоб. Я тебе покажу, где раки зимуют. Я все скрепчику расскажу. Ребят, у Фласки просто, по-моему, таблетки от шизы, как обычно, не выпила. Да что ты бьешь меня? Я тебя убью. Ну-ка, найди мне эту са... Вот так и поведу ее до пустынной пирамиды. 2 hours later. Давай, Фласочка, уже столько стаков печенья у меня здесь. Спасибо. Это так мило. Слушай, ты милашка. Спасибо, это мило, но я знаю, что ты меня не слышишь, потому что, я не знаю, это, видимо, баги каких-то модов, потому что у нас голосовой чат в Майнкрафте, и я превратился в моба, и, видимо, голосовой чат отключился, а обратно я не могу. Я покажу, как надо это делать! Нет! А зачем ты убрал кнопку? Ты что, знал, что я хочу показать тебе сюрприз? Ага, знал, ты постоянно показываешь сюрпризы какие-то. Я сейчас надюбаю песчаник и сделаю ей ступеньки. А так полезно то, что ты умеешь летать. Трэш, слушай, а ты в разы полезнее, чем Скретчик. Скретчик так не умеет. Ну, понятное дело, это же я. Я и есть. Так, и сразу же размножим динамитик. А, динамит, господи боже мой, это просто прекрасно. Слушай, а можешь мне размножить динамит? На, держи. На. Слушай, а у тебя случаем нету огнива? Откуда у меня огнива? Так, нет, надо ей показать, что нету. О, ты хочешь потанцевать? Давай. Ты знаешь, где можно найти зажигалку? Вопрос. Если что, ответ в руинном портале. Дай с другой стороны. Ты знаешь, где можно найти зажигалку? Да, я знаю, где можно найти зажигалку. Ее можно найти. А, смотри, я тебя сейчас научу. Я так понимаю, ты неопытный. Сейчас я тебя всему научу. Мы, короче, берем, ныряем и ищем вот эту вот штуковину. О, кстати, да, железка же есть. Можно, в принципе, и так сделать. Смотри, мы с тобой берем вот этот вот гравий, потом ставим и ломаем, пока нам не выпадет. Кремень называется. Так, что-то мне ничего не выпадает. Прикинь, какой-то развод, походу, так. Ну, да, что-то кремень не выпадает. Странно. О, кремень! О, выпал кремень. Да что ты меня бьешь? Я тебе сейчас глаз на попу натяну. Блин, посмотрите, как я мило плаваю. У меня так крылышки назад. Смотри, я скрафтила. А теперь давай научу пользоваться вот этой штуковиной. Ты, короче, берешь. Вот так вот ставишь очень-очень много вот этой красной штуки. От. Да, молодец. Ты понимаешь, вот ты сразу видно, вот мы с тобой подружимся, потому что ты мыслишь ровно так же, как и я. Ты тоже немножко отбитый. Так, смотри, а теперь поджигаем! Ой, господи, просто, блин, так забавно на самом деле, что она не знает, что я это я, и просто тут подрывы какие-то. Ну, нормально. Тебе понравилось? Да, понравилось! Я, наверное, думаю, ты хочешь себе тоже зажигалочку. Давай. Господи, давай. Теперь мы с тобой должны пройти Майнкрафт. Сейчас ты убивал дракона. Ну, блин, ну да, убивал. То есть ты проходил Майнкрафт? Да, потому что я это Скретч. Давай, давай. Слушай, я тебе очень благодарна. О, да, ты вот прям читаешь мои мысли. Но знаешь, так как ты читаешь мои мысли, ты, наверное, узнаешь, что я тебе скажу. Мы с тобой очень хорошо провели вот это вот время, сегодняшний день и сегодняшний рассвет, закат. Короче, я к чему это? У меня слишком много ТНТ и... Я просто никогда столько ТНТ не имела, понимаешь? Я хочу построить большой гигантский замок из динамита. Понимаешь, я не хочу проходить Майнкрафт, ты, наверное, хочешь, да? В смысле, а зачем ты предложила дракона-то убить, глупая Фласка? А чё ты бьёшь меня? Чё ты бьёшь? Чё, ты хочешь убить дракона? Ой, господи, нет, не хочу я убивать дракона. И чё, ты намекаешь, чтобы я свалил отсюда, что ли? Так чё ты бьёшь меня? Я не понимаю, чё ты хочешь? А, господи, почему ты не понимаешь? Ты ничего не хочешь? Чё ты вертишься, нет? Да. Ну так всё, пойдём строить дом из ТНТ. Давай, помогай мне. Так. Пусть строит дом. Я буду его активировать. Посмотрим. Так, нет, это не... Это будут гигантские стены моего дома. Трое чё-то. Моя крепость. Я поставил плиту, она что-то подожглась как-то не вовремя. Это был ты? Нет, это был Вера. Это был ты, да? Да нет, ну кубашу же нет. Строй ТНТ. Ай, господи, короче, я ей просто дам бесконечное ТНТ и все. Буду вот так вот ходить. Все, этого динамита мне ей хватит по-любому. Там огонь был, и он поджегся сам по себе, это не я. Нет, он не должен мне достать, не должен достать, нет! Я выжил, прикинь. Господи, короче, ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить этот безумно крутой выпуск. И если он вам понравился, то обязательно влепите лайк, ну и, конечно же, подписывайтесь на наши каналы. Ну а с вами... Постой, не уходи! Дай мне еще деньги! Там валяется куча. Ну а с вами были Флашка и Скретч, всем удачи и всем пока!